Мне, конечно, очень интересно, что получится из этого. Ребята, всем аниуацию, пусть вас не удивляет, что на кухне я нахожусь один. Кёнми, сейчас она стоит за камерой. Кёнми, почему ты за камерой? Привет, ребята, я не покрасила. Что ты не покрасила? Лицо. Ну, я тоже лицо не покрасил, но я... Ладно, неважно. Ребята, сегодня я приготовлю рамен, но это будет необычный рамен, потому что я посмотрел рецепт в корейском интернете, и что меня удивило, ингредиентом, который составляет рецепт этого блюда, является молоко. Давайте посмотрим, что же такое за необычный рамен. В общем, сейчас я перечислю ингредиенты. Собственно, сам рамен. Я взял вот такой, который был у меня дома. Вы можете брать, который у вас есть дома у вас. Повтори, что ты сказал. Есть дома у вас. Я взял Тоуан Тукон. Это очень интересно, потому что Уан это как бы король, а Тукон это как бы крышка. Получается, королевская крышка или король тебе крышка. Очень смешно, я эту шутку репетировал. Неважно. Дальше. Сосиски. Соевый соус. Яйцо. И молоко, про которое я уже говорил. Друзья, вам еще понадобится масло, чтобы обжарить сосиски. И, кстати, эти сосиски нужно еще будет порезать пополам. Еще вчера меня стригли этими ножницами, а сегодня я буду их использовать в качестве кухонного инструмента. Пойдемте жарить сосиски. Ребята, там сзади уже кипит вода, это значит, что настало время варить лапшу. Ребята, сейчас надо влить молоко в сосиски. Мне, конечно, очень интересно, что получится из этого. Друзья, настало время добавить лапшу в молочно-сосисочную смесь. Добавляем соевый соус. Ребята, сейчас добавим приправы от рамена. И когда у нас уже почти все готово, добавляем одно яйцо. Ну что, ребята, все уже готово, но, видимо, я его немного переварил, потому что он у меня получился немножко густой, но надеюсь, я смогу его переварить. Очень смешно, да? Давайте попробуем. Так. Ну, это как будто рамен на молоке. Сосисочка. Ну, вкусно? Ну, вкусно. Сейчас камера идет? Да. Ребята, это правда выглядит неаппетитно, но я сейчас ем, мне правда нравится. Ребята, я уже все съел, смотрите, все чисто. Ну, на самом деле, тарелка там, это я просто другую тарелку взял, но это было вкусно. По сути, вкусно. Правда. И если вам понравилось это видео, то что надо сделать, Кёнми? Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока, ребята! Всем удачи!